Поймал, пацаны. Куда тебе надо? З-304. Курсует, пропиши И-78. Помогите! Едем. А, его убили, блядь. Сука, гондон опять застрелил. Блядь, дай ему арест вязать, да, всех преступников все колоет. Хуярит их просто, блядь. Фу, блядь, надо похудеть, ёбаный. Блядь! Я, короче, на Касагранде, блядь, ставил турбокомпрессор и КПП, нахуй. Надо будет сегодня передать мне на Скудейл и на Бугатти ебашить. Турбокомпрессор это чё? ХЗ. Ебать, первый раз слышу. Ой, турбина, блядь, короче, вроде. Турбина, она у тебя стоковая? А, ну да, я проеду. Не, у меня не стоковая, у меня стоит жива, стоит тупо. Да, я проеду. Сейчас, почему? Сейчас, блядь, когда? На этот? Мне просто стоит детали еще надо. Какой там ID у этого? 78. 78? Да. Ой, бля. Нет, сука, не буду! Не очкуй, не очкуй. Я Ярик водила, блядь. У меня страховки нету, блядь. Ну, ничего страшного. Блин, что ты достал? Я хотел выкинуть эту хуйню из этого. Коля, ты мне сможешь дать один лямчик на слёт детали? Нет, ты чё, блядь, на слёт дать? Я верну, если не словлю ничего. Ты не словишь там ничего. Словлю. Не, там шанс ловить очень легкий вообще. Ты видел, челик стрелялся уже? По мне. Кто себя челика вязать? Кто себя челика вязать? Он меня стрелял. Сука. Какой ник? Блин, погоди, шпинат Кидман. Или надо его? Бля, посиди шпината, блядь. Он типа помогал нам не раз уже. Ладно. Блять. Лячку. Ну напиши ему в бай-чат, еще раз УЗИшки достанешь, придется ловить тебя, типа. Че, говоришь, Рэй? Мне в ЛВ надо ехать сейчас. Ну, давай, сейчас, блядь. В Коле быстрее. Блять. Лечку, лечу. Блять, надо было... Ну все, видишь, он выстрелил. Проститутка, не даю. Но он тебе говорит дрифт, чтоб ты делал. Но он еще-то... Давай, короче, я тебя высадишь сам себя на ЖДЛВ, на ЖДЛС. И на скутере к Коле поедешь. Давай, давай. Мы уже я проехали мог... ЖДЛС. О, нихуя где. Да, я не знаю, где ЖДЛС находится. Ладно, ебашь прямо. Они тут все дрифтить хотят, что ли, блядь. Поехали. Я знаю, Коля, мы приехали. Кто мы? Ну ты его не знаешь, я приехал к Николаю в этом. На свои помоечки приехал. А, блядь, помоечка, нахуй, будто у тебя такая есть. У меня есть с прозрачными дверьми. Показать? Я себя начал, блядь, она меняет прозрачные, типа, двери. А, это другая, типа, машина. Тоже дорогая, купил ее недавно. А, блядь, ты имеешь в виду Mercedes Actros? Угу. Нихуя, чел с усишками, видишь? А, шпинат. Нет. Шпинат, блядь. Ну, блядь. Пора поймать его, если честно. А шпинат тот, который админ, или просто шпинат? Шпинат просто шпинат. Бля, пиздец, у меня снитера дрифтит. Блядь, пизда, сломалась нахуй. Ой, блядь, кому я руль дал, сука? Что это такое беспалевное? Я могу его вязать, у меня уже... Можешь? 5-7-7. Погоди, 5-7-7? Там есть за что, да. Ну... Я кинул зетку. Эх, блядь, вяжите, пацана, блядь. Ой, блядь, начал огонь по мне. Сука. С двух сторон тейзерите, ну что вы? Да, блядь, не достал я от нас. Не можете с двух сторон-то зернуть, блядь.
Сейчас сделаем. Один отвлекает, другой тизерит. Ну он чё? На респа побежал, блядь. Респон. А ну. Давай, кто? Один лезет наверх, тизерит да, да, да. Сверху. Да зерно. Ну, все, вяжите, блядь. Свяжешь? Сколько ты ему звезд выдал? 30. А почему 3? Потому что у него там такое слепое оружие было. Дополнительно 3 звезды выдай, за ой, дополнительно 6 за 3.09 вы должны были да. выдать за УЗИ. 3.09. Это оружие нужно поражение. А мне нахуй. Возьмите его отсюда быстрее, пока вас не займели, блядь. Блять, ладно. Ладно, едь, 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 едь. И оставайся тут со мной, у нас Тесла, если что, есть. Я тут, да, с тобой. Смотри, мы два толстячка, слышь. Ёпа. Чё, потанцуем, блядь? Потрясём жирком? Давай, давай. Оба в очках, оба усаты. Хуя жирный, жирняй флексит, блядь. А ну, стой, сейчас я отойду на секунду буквально. Нихуя улетел, бля. Ну вот у меня точно такая же бочка, по идее. Да? Угу. Вот такая машина у тебя есть? Да. Сколько она едет? Сколько она едет? Ну, 403. Это у меня фулл тюн. Переоделся. Поехал, шо. У меня вообще 5 машин. Что у меня еще есть? У меня БХМ 5, снегоход, Приора, вертолет и Субару. Что, чем мы занимаемся вообще? Чилим. Спината, чего? Он сбежал, блядь, в тюрьму, что ли? Нет, это я его еще не заметил. Коля, повтори, пожалуйста, как быстро там детали ловить? Ну смотри, выбираешь деталь сверху мышкой и стрелочками вот этими, вправо-влево. А там будет показываться, типа, если не заходить на деталь, типа, если она в наличии? Конечно. Когда стрелочками тыкаешь вправо, там, когда, если цена есть, то есть наличие, если нет цены, значит, нету. Там кто-то стрелял, слышишь, надо проверить. Я не слышал. С дигла один выстрел был. А где? Ну. А вот. А вот, нахуй. О. Показал. А, УЗИшки у чела в руках. Угу. Но есть ли смысл, блять, тут? Сет нахуй, у второго тоже УЗИшки. И, блядь, у третьего дигла нахуй в руках. Ну, сейчас напарники приедут, и зернем сразу троих. А во, напарники, он, во-первых. Да ебать их тут собралось. Коля, если тебе сейчас позвонит этот шпинат, но он говорит, это так. Можешь прибыль сделать себе. Это шпинатик.
Ничего необычного, тут вот Майк Ватсон сидит, голос ПДН, да ладно. Что он там делает? Не знаю, о, испарился. А, он может это делает, как там? А, я вчера с ним, я вчера, он вчера тоже такие голос ПДН сидел, я с ним скрин сделал. Он трупаки типа делает на Хэллоуин. Подлаживает там всякую хуйню. Я уже не раз видел там трупа. Да, на офисе Б тоже сделает хуйню. Отойди. Ты где? Лежишь. Ты где, Николай? Вот, вот. Че, ой, я сюда, блядь. Поляков. А. Да, блядь, не ты. Что? И а, не ты. Поразводят, блядь, Поляковых всяк. Блядь, три Полякова, сука, ёбаный урод, блядь. Он сейчас, блядь, разъебу Коли вертолет, нахуй. Он сразу, блядь, обратит внимание. Урича, а что за вопросы были? В смысле, он неправильно... Коля, кстати, да, Коля, клиент появился в трое розыска. Джек Шедоу Рейс. А, понял, у меня тут кончился. И у... Что именно он ответил неправильно? Что он там вообще делал? Что он отвечал там? Что ты с ним вообще делал там? Ричи, ты меня слышишь? Чё там? Руби экран. Ричи, блядь. Ебать, Поляков, ты что там делаешь, нахуй? Где именно? Чё ты меня тут одного оставил, блядь? Я вообще пешком. Ладно, пропустим. Но вообще он в копах, типа, умеет работать? Ну что там у тебя было, я хуй знает, конечно. Как ты, блядь, там оказался на скейте, что ли? Да. Ебать, красава, блядь, взял одного меня, оставил нахуй на растерзание, блядь. Всяким нехорошим, блядь, личностям. Ну что, по притонам пусто везде? Да, пиздец. Уйо. Да что-то вообще не засаживают, слышь, с утра, блядь. С утра я 5 притонов, блядь. В секунду чекал, блядь. И блядь, мне деньги не хватает! Сука! Блядь, денег не хватает, орёт. Сейчас летело. Да. Так тебе денег не хватает, алло, блядь. Только что было. Не? Вильям, а ты куда? За тобой бегаю, блядь. Ты бы мог сказать, что типа в гетто заспавнил Теслу, я бы заспавнил сразу. Если сказал, блядь, оставил меня одного, нахуй. Коля, поедешь за ОП, это вроде появились, но это я не буду. Да мы в гетто спили. Ты зеречила на велосипеде, блядь? Да. Давай. Все попался, давай. Я неподалеку прикрыл. Ой, сука, исчезновение. Это на респе круг, челик. Не, ну на респу как мы проберемся, блядь? Надо подождать его как-то аккуратненько. Где ты, Коля? Я тут. Тут это где? У гетто, у этих, у респирика. Точка Полякова, самое главное. Да, там где-то вспомнится. Бум-бум-бум-бум-бум, бадаиде, бум-бум, бадаиде. Ку
Сан Фиера, дом 1030, грабуют. Грабуют, помогите, грабуют. Грабуют — это грабят с украинского. Я знаю. А я думал, типа, гроб везут, блядь. Уезжай с подруг, Коля, с подруг уезжай. Выехал с подруг. Сколько звезд? Две. Две? Какой иди? Скажем, да все, Wanted 2 пиши, и все. А, понял, понял. А вот он, блядь, прям перед нами. А, это Джейк этот на ламбе, блядь. Давай его ебанем. Он в маске один. 52, 526. Я не понял, где моя, блядь, Тесла, нахуй. Да ты, походу, опять не ту заспал. О, респат, арест, скайп. Да. Да, мы, блядь, за ним не гнались, как бы. Она на респе гроб что-то делает. Он уходит, он ехал с блядь, респат, арест. Хули ты на Салтане его хуй догонишь, он на лампе, блядь. Тем более. Вообще тут было много нарушителей около клуба вот этого, пятого. Там вот здесь гоняй за ним. Ой, полетел там, молодой. Видели, полетел молодой. А где твоя ламба, Поляков? Пацаны его засадили тут, около респирифа. Засадили? Да, засадили. Карт, Тесла. Найти. Гонит, и сколько Тесла гонит? Wanted 2. Карс, Тесла, найти. А вот она, черная. Ага, а, и... помнишь, кто-то забагался, она взорвалась? Нет, это не со мной было. Да-да, это было с нами тут недавно. Короче, все к пятому бару, тут есть кого арестовать. Пятому? Да ну, блядь, хуй мы его повяжем. Посмотри, два с узишками, блядь. Джимми Хама с узишками? Нет, 204-й ID. Угу. А, ну да, Джимми Хама. Джимми Хама — это мой агент, его, блядь, не трогать. Понял, Су 204, блядь. А, он в маске. Как я ему розыск дам, блядь? Я у этого бара. Что вы говорите? Вот, блядь. Ля, какой пупсик. Чё, розыск? Да, ты из Рио. А, ты ему накинул? Нет, он в маске. Нет, ну, блядь, не накинул ему розыск. Давай, давай его. По кругу его, блядь. Петуши его, блядь. Если чё, опять же, это где-то ящик выйдет. Вот давай розыск сразу. 309, да? Суки, ёма, Поляков, какой у тебя прошлый ник был? Да, блядь. Да схеби, нахуй, куда ты сел, блядь, чепуха, нахуй. И он испарился. Нихуя он не испарился, блядь, он за мной. Вас собираются дымить! Пизду, уёбуй, нахуй. Вас Джимми Хама собирается дымить. Вас Джимми Хама собирается дымить. Нет, мы его... Короче, тому человеку, который меня на ковша задаймил, вот, ему 1200 минут до Моргана въебали. Блядь, потому что ковшем шалит. Слышишь, если за нами заедут в ПД, можно выдавать сколько звезд? Это что у нас? Ну, проникновение можно сделать, типа, я ему меранду не зачитал. Можно сделать, типа, помеха этому. Просто вот еще розыск. А чё, давай, арест. 204. А что ты творишь? А. Нахуя ты это делаешь? Не делай этого, блядь, Цукияма. Нахуя? Я его арестовываю, блядь. Блядь. Боже, ну нахуя?
Уйди с руля, уйди с руля, пожалуйста. Уйди нахуй. Пиздец, у меня челы, блядь, уже второй раз эти дэмит, или третий, они заебали, блядь. Я ебанулись? Да, там чел есть, которым похуй, блядь, то, что я маскировки, блядь, то, что они меня уже убивали, блядь. Им на все похуй, на все, блядь. Хуяли, у Джимми, блядь, нету розыска. Надо репорт, нахуй. Ну выдайте ему заново, вы же только поймали его, блядь. 3.09 у него там. Ну это понятно, а схуяли у него сейчас нету, блядь. Забагалось, может вообще не тому ID выдали, может он в маске был. Ну вполне возможно. Вы не можете выдать розыск, пока у вас принято задание на поиск преступников, блядь. Квест, нахуй. Поймать преступников, да, блядь, отказаться, нахуй. Вот почему ты не можешь выдать розыск. А я знаю, блядь. Я еще хотел сказать, типа, там с заданием нельзя розыск выдавать, а это залупа вообще. Ну а ты бы что думал, что бы было, блядь? Чисто нахуй на ЖДЛ с бомжов. И на тебе задание выполнил. Бомжов ловишь? Я, да. Ой, ой. Я пошутил. Да, знаем мы твои шутки, долбоеба кусочек. Поспешу нахуй. Ну, Вильям, ты можешь посадишь его? Да, ну, блин. Я тебе говорю, бани. Аризона ролл плей, блядь. Играть в Аризону. Кстати, а чё на Хирц? Чё в Хирц пишет? Нас уже поджидают, кстати. Поджидают? С утечками на велосипеде. Ну, а узички на велосипеде не считаются. Это баг, блядь. Не, подозрение. А? Сука, кикнула за читы, блядь, подозрения, блядь. Я только зашел на сервер. Какие, блядь, подозрения? Подозрительные. Только я подозрительный, блядь. Пизду, короче, эти квесты, блядь. Да, блядь, не стоят они того. За пол ляма, блядь. Сутка, типа, блядь, за хуй, блядь, за лупом. Да, я этот, я знаю. Этот, подлетай к респирифу, тут вроде как засажено, сука, я могу говорить. Блядь, меня кикнуло за подозрение в читки, блядь. Теперь мне заново переодеваться и все дела. Надо снять сетик. Сусетик. Через сколько у нас будет? И травка у нас созреет через 40 минут. А куда ты пропал, Цукияма? А Цукияма у нас... Куда, блядь? А где нахуй Цукияма? Линд 58. Упсу из 38. А вот он, Цукияма. А, ты на другой притон ездил? А, вижу, вижу. Что я, блядь, не увидел. Тут что-то есть? Тут нихуя. А, нихуя, там что-то есть. А можешь зайти в группу Боттера или Лобука? Я пару секунд буквально. Куда зайти и кому? Коля, Коля, Николай, Коля, Коля. Ну, что? Я его в одну группу добавил, можешь зайти туда? Кого? Коля, Николая, или Коля. Хорошо, блядь, иду. О, в натуре, я за этот притон вообще забыл, блядь. Но тут у нас аж нихуя.
Ну, скорее всего, да, блядь, около рифа засадили. Ну, кстати, я часто видел, как за него файтились. Там, блядь, нарко можно дохуя посадить так-то. Мадриды, бум. Да что, сейчас либо по Wanted'у работать, либо ждать этот притон. Wanted 5 нету, Wanted 4 есть. Wanted 3, Wanted 3, нихуя, Wanted 2, хуя. Где? А ну Джек этот, блядь, тут катался, ещё добрый слово. Ну, блядь, мы за ним хуя гонимся. Да тут нету. А, блин, у меня оружие не готово. Да нету смысла, я тебе говорю. А, он даже очищает розу, скорее всего. А, он на респе. Не-не-не. Ну нахуя, Поляков, ну респа, блядь. Тем более нету смысла, блядь, он на ламбе, мы его хуй его когда догоним. Никогда, блядь. А, ну ты, короче, прям в него врезался. Давай, короче, едь, я пока чекну, что у нас по жаблам. Так. Жаблок нету. Ну и заебись. Блять, крашнуло, крашнуло. Ладно, я тогда сейчас отойду, отолью. Ну, короче, смотри, горный притон, куда мы сейчас ехать, тут 5 саженцев. Нет, 4 саженца. А нет, 5 саженцев. Ну, 5 саженцев где-то 40 минут. Получается, у нас четвертый там засаженный, получается, пятый, а нет, стоп, это третий, или второй. Вообще, около рифа засажен он в респы, потом горный засажен, ну и там около респы отстек тоже засажен. Товарищ полицейский, извините, можете помочь? Ну, вообще не глифта. Дело в том, что я сейчас только что посетил свою автомобиль, и мне необходимо доехать срочно в больницу. Мне...
Thank you.
Так, я тут. Где вы были? Может, думали, все пропал. А ты... Тебя что, крафнуло? Нет, я немного автозаправку взорвался случайно. Я хотел заправить ее там, чтобы... Ты живой? Я, да. А, ну ладно, хотя бы так. Я что-то немного просто взорвался по заездку. Туда его нахуй. Коля, ты что, без сета его ебанул? А не с сета. Нет, сет нацепил в конце. Слышь, ангел 758 с УЗИшками в руках на велике, ебашить его? Так на велике, на велике. Это баг GTA-шки, нельзя такое. Я только что объяснял. На велике, в машине. Только когда пешком, короче, можно. Тесла, респондент. Перетащить ее. Слышь, мне оружие дошло 12, давай сюда. Что делать, у тебя маскировки суликов нету. Че, ебашим? Ну, сулик есть в этом. Что, ебашим? Шпинат, он мне оружие передал. Забей, шпинат помогал нам не раз. Поехали отсюда. Все, давай я... Алло, блядь, ты куда? Я там султан, блядь. Я на своей точке буду стоять. Мне Тесла надо припарковать тут. Лол, уже 18:00 почти, слышишь? Это значит... Через час, уже Бабуди. Я надеюсь, сегодня топ-1 займу. Без кика, блядь. Кикнул в прошлый раз, я мог вчера топ... Бля, если б я три раза топ-3... Ой, топ-3... Три раза топ-1 бы забрал, вот это, блядь, пиздец было бы. Вот это полечок был бы. Полечок, блядь. Тупо 6 КЗ за 3 дня, блядь. На чиле. На слабоне. О, как я хорошо пёрнул. Если я с бандикам, там фрапсы по 10 минут. Да, ОБС надо. Фрапсы, блядь, 24 на 7, нахуй. Пиццу сломали, блядь. Thank you.
А чё сразу меня, кстати? Можешь, пожалуйста, больше так не орать, блядь? Блядь, кстати, я даже не участвовал в его поимке, а он меня затейнил. Это норм? Каждый день такое, блядь, было. ЖБ, наверное, залью на него пару раз. Успокоиться. За ДМ. ДМ где-то уже... А, блядь, мы же в маскировке были, они не знают, что... Мы вообще не менты. Мы, блядь, обычные, блядь, челики. Кстати, у него сало еще. Вот еще ты взял. Ты не видел, как он стрелял, блядь? А, блядь, в натуре у него, типа, такого стоят, нахуй, он, типа, блядь... И все пули попадал куда надо. Ладно, там, блядь, там блядь, сало, блядь. Дабл дамаг, блядь. Чё такое сало, малой?